Росстандарт опубликовал в своей открытой базе сертификат одобрения типа транспортного средства на кроссовер Renault Arkana. Документ раскрывает недостающие технические подробности. А именно, базовым двигателем станет атмосферник 1.6 отдачей в 114 лошадиных сил и 156 ньютон-метров. Мотор уже локализован в России и знаком по многим моделям Renault, Nissan и Lada. На Arkana двигатель будет доступен в трех вариантах. Передний привод с пятиступенчатой механикой или вариатором, а также полный привод с шестиступенчатой ручной коробкой. Двухпедальная полноприводная версия будет одна, с турбомотором 1.3 мощностью 150 лошадиных сил. Но и здесь можно выбрать передний привод. Полноприводные Арканы получат многорычажную заднюю подвеску, а моноприводные ограничатся балкой. Дисковые задние тормоза в сертификате не значатся. В ближайшие недели мы узнаем и цены. В ближайшие выходные на автодроме «Крепость Грозная» начнется новый сезон российской серии кольцевых гонок. В этом году он пройдет совместно с этапами «Формулы-4», пилоты которой будут бороться за Кубок Российской Автомобильной Федерации. В чемпионате РСКГ участвуют автомобили пяти кузовных классов, где бампер к бамперу сражаются заряженные «Лады» и стремительные иномарки, умудренные опытом пилоты и молодые надежды российского автоспорта. В этом году в России впервые состоится чемпионат по киберспорту. Турнир пройдет на четырех гоночных трассах. Отборочные этапы запланированы на Казань-Ринге, Нижегородском кольце и Moscow Raceway, а суперфинал примет Сочи Автодром. Чемпионат проведут на объединенных в сеть компьютерах и консолях Xbox One с рулями Trustmaster в гоночном симуляторе Forza Motorsport 7. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. 9 суперфиналистов получат возможность отправиться в Лондон на чемпионат мира.